Лолита Милявская, секс должен быть до свадьбы. Лолита Милявская на днях вновь шокировала. Певица заявила, что вступать в половые отношения нужно до свадьбы. По словам артистки, это пойдет только на пользу и даже сократит количество разводов. Свои отношения с мужчинами Лолита никогда не скрывала. Певица была замужем 4 раза и во всех случаях проверяла сексуальную совместимость с партнером до замужества. «Я сторонник попробовать все до свадьбы», – не отрицает звезда. «А вдруг не понравится? Нужно пожить, узнать друг друга. Романтика, конечно, хорошо, но потом это все заканчивается выяснением отношений и ссорами. У меня, например, даже не было ни одной брачной ночи, и я не знаю ни одного человека, у которого бы она была. Обычно все так отмечают, что где уснули, там и уснули». Звезда уверяет, сейчас в ее отношениях тишь и гладь. Супруг Дмитрий Иванов носит артистку на руках и старается оградить ее от всех бытовых вопросов.